Приветствую вас. Вынужден, наверное, расстроить вас и сказать, что такого вообще не бывает, что мужчина поддерживает женщину, а женщина мужчину. Поддерживают друг друга люди. И гендерных дефиниций здесь быть не может. А если люди друг друга поддерживают, если люди это делают искренне, если люди это делают хорошо, то есть я имею в виду, что человек чувствует, что его поддерживают, да, то, в принципе, все в порядке. Но если человек это делает не искренне, если человек это делает, например, через силу, допустим, вот, то в таком случае, конечно, могут быть всякого рода проблемы, в таком случае могут быть всякого рода трудности, вот, и в частности, взаимообвинение. То есть вот, когда поддержка получается не совсем искренняя. Вот, когда поддержка получается не совсем такая вот. Не совсем такая, какая нужна человеку. Вот. К примеру. Ну вот. Соответственно, в этом и заключается основная беда, что человек не получает тот уровень поддержки, который не то, что ему нужен, даже потребности у всех разных, как раз, а речь идет именно об ощущении, что человеку важно, который его поддерживает. А что происходит с ним? Потому что если поддержка вроде как есть, но в то же время нет ощущения, что тому, кто поддерживает, важно, что происходит с тем, кого поддерживают, то такая поддержка может называться псевдоподдержкой. Потому что, извините, это просто делается на автомате. Вот. Обычно такие действия вызывают чувство тревоги, обычно такие действия, такая поддержка вызывает ощущение раздражения, неудовлетворенности, вот, обиды. Частенько бывает, что обида возникает, вот, и, собственно, чувство вины, потому что там, у кого поддерживают, кажется, что у него слишком большие вопросы, например. То есть человек находится в таком, как бы, противоречие с собой. Вроде бы его поддерживают,
А в то же время человек не чувствует этот самый поддержка. Вот. Из-за чего человек может себя обвинять, из-за чего человек может сам на себя агрессировать, вот, и из-за чего человек может сам к себе относиться достаточно негативно. Но я хочу сказать вам, что проблема заключается не в этом. Я хочу показать вам, что проблема заключается в том, что кто-то из вас, я так, ну, я так думаю, что это вы, не уверен в себе. Кто-то из вас не уверен в себя. Вот. Подозревал, что это вы. И вы пытаетесь сейчас найти точку опоры. Ну, проблема в том, что от того, зададите вы свой вопрос или нет, ничего не изменится. Вот, и ваша проблема не решится. Потому что проблема-то она у вас в голове. Вот, а не в нас. И ответ на вопрос не решит вашу проблему. С этой стороны вопрос такого, знаете, личного восприятия ситуации. Другое дело, что можно посмотреть на то, например, почему вы вообще заботились этим вопросом, и, может быть, вам кто-то предъявляет, например, за то, что вы, ну, якобы не оказываете поддержку. Вот. Если это так, то да, это безусловно не есть хорошо, но с другой стороны, это может быть, вполне себе может быть кризисом в отношениях как таковых. И тут уже нужно смотреть на то, как вы пришли к этому кризису. И так далее. В каких действиях женщины заключается поддержка мужчины? Ну, зачастую это нахождение рядом, это дача какой-либо обратной связи мужчине. В том, что ему важно. Но, повторюсь, это не гендерная дифференциация, и половая принадлежность здесь вообще не имеет никакого значения. Наверное, кроме только разве что интимной сферы, вот, но и там, ну, все равно сводится к такой человеческой поддержки, а не поддержки гендерной, потому что, ну, было бы, наверное, немного странно, если бы
женщина поддерживала мужчину. Вот. То есть мне кажется, что вы здесь не очень вообще понимаете, что такое поддержка, в принципе. Вот, мне так кажется, к сожалению. Потому как поддержка это не, не любое действие. Это возможность, дача возможности человеку опереться на вас, когда ему тяжело. Вот. Но это история больше связана с, как я и сказал, с человеческим фактором. Не с гендерным. Потому что женщина мужчину не может, поддержать. Мужчина женщину тоже поддержать не может. Человек человека, да, может, поддержать. Человек человека. Мужчина женщину нет. Вот. Поэтому я надеюсь только здесь на то, что вы в этой ситуации обратите внимание на то, что я сказал, вот, и не будете, ну, как-то вот ложными моментами забивать себе голову. Другое дело, если у вас проблема в отношениях, это не имеет ничего общего с поддержкой, вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго.